У меня есть одна фотография, которую я фотографировал в 64-м году прошлого века, своего племянника. И вот эти склоны в Гаяне, которые сейчас они соснами оброслись, деревьями различными, в заповеднике. Склоны были лысые. Ни одного растения, даже шиповника не было. Почему? Потому что Гаяна где-то около 1000 овец было. Они выращивали овцы, ну и, естественно, продукцию сами для себя. И вот мы купались в Днестре, в заливе, в заповеднике. И я сфотографировал. Есть племянник и лысые горы. И, кстати, там мы посадили в 64-м году два тополя. Сохранился только один. А где? Это Гаяна в сторону Дайбана. А. И вот его надо тоже как-то приурочить и увековечить. Что это такое? Тополь там в районе оврага.